8 июня в комплексном центре социального обслуживания населения состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику работников сферы социальной защиты населения. Поздравить социальных работников пришли заместитель главы администрации Тагир Гаджиев, депутаты городского собрания, начальники отделов и ведомств муниципалитета и руководители реабилитационных центров. Первым слово для приветствия было предоставлено начальнику центра Эдильби Алиеву. Сегодняшний праздник объединяет тех, кто не остается равнодушным к проблемам людей, которым необходима помощь, и кто всегда готов оказать. Вашим теплом и заботой окружены тысячи людей с самых различных возрастов и социальных положений. Забота о них требует доброты и душевного тепла. Пусть ваш благодарный труд принесет вам удовлетворение. В этот праздничный день я искренне желаю вам здоровья, счастья, успеха в вашей непростой, но благородной службе. Социальная поддержка граждан пожилого возраста является одной из основных направлений реализации государственной социальной политики. Социальный работник – это человек с большим и добрым сердцем, готовый всегда прийти на помощь, поддержать в трудную минуту и быть рядом, когда это необходимо, отметил в своем выступлении заместитель главы администрации Тагир Гаджиев. Мне ваши лица знакомые, мы с вами работали и, наверное, неплохо работали долгое время. Проводили здесь разные различные мероприятия, и конкурс на лучшего социального работника, и отмечали много торжественных праздников. И, конечно, сегодня я рад, что мне представлена возможность. Признателен вам от имени главы администрации города и от себя лично. Хочу поздравить, поприветствовать и поздравить весь этот личный коллектив с этим замечательным праздником. Социальный работник – это призвание, ведь он должен помогать и ухаживать за пожилыми одинокими людьми, имеющими вторую или первую группу инвалидности, а также за теми, кто не в состоянии обслуживать себя в полной мере, рассказывает Эльбика Шахбанова, социальный работник с более 10-летним стажем работы в комплексном центре. Мне работа очень нравится. Хожу я 2 раза в неделю ко всем моим подопечным. На учете у меня состоится около 13 человек. Все эти люди пожилые, у всех имеется группа инвалидности. У нас на учете очень много одиноких людей. Они с нетерпением ждут нас, встречают нас как своих дочерей, как членов своих семей. В этой работе должны работать люди с такими качествами, как люди добрые, неравнодушные, очень ласковые. В этой работе нету мест таким черствым людям. Слова благодарности за преданность и любовь к своей работе в адрес присутствующих социальных работников, а их в зале было более 60 человек, выражали директора социальных объектов города и депутат городского собрания Ахмед Курбанов, который также вручил 5 центрам города благодарственные письма от городского собрания депутатов. Председатель Совета ветеранов Нажмудин Залимханов, в свою очередь, выразил признательность за внимание и заботу к ветеранам Великой Отечественной войны со стороны социальных работников и вручил денежную премию. Также в ходе совещания благодарственными письмами от главы города и руководства комплексного центра социального обслуживания населения были отмечены более 50 работников. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».